Ваша дочь Лиза опубликовала пост с хэштегом «Нет войне», но потом его быстро удалила. Почему? Она этого не делала. Делала. Выставляла пост. Покажите пост. Так она же его удалила. Вам показалось. И всем показалось, это эффект Манделы. Это пиздеж. Ну или так. Ваша Нет. дочь Лиза... Чё, блядь? Пипец, похоже. Нейросеть, наверное, не? Как там этот канал называется? Жесть доброй воли? Как раз можно, кстати, посмотреть. Вы же меня просили меня, чтобы я это сделал. Давайте посмотрим какое-нибудь видео. Опа. А чё он такой, блядь, круглый-то? Предвыборный ролик кандидатов Путины. Окей. С новым сроком тебя! С новым сроком тебя! Все понятно заранее! С новым сроком тебя! Почему я поддерживаю Путина? Потому что он талантище! Так, за 20 лет подмять под себя все ресурсы страны? Это ж надо иметь талант! Даже меня на свою кормушку подсадил. Сука. Путин. Уровень жизни падает, рейтинг растет. Почему я поддерживаю Путина? Потому что он уверенный. Так уверенно 20 лет молоть херню народу даже я не умею. Хотя стараюсь. Мой голос, сердце и печень с ним. За пятый срок Путина. Не чокайся. Извиняйся, Дон. Ебать. Извиняйся, Дон. Чё за хуйня, Дон? А это что, непримерочный, Дон? Выборы, Дон. Секундочку, Дон. Почему я, Дон, не поддерживаю нашу говнокомандующую, Дон? Потому что он для меня как отец, Дон. Постоянно дает деньги, Дон, на... Ладно, я не смеюсь. ...манные расходы, Дон. А для всех россиян он как мать, Дон. Одних постоянно отправляет играть на войнушку, Дон, а другим оформляет постоянно путевки в лагеря, Дон. За Путина готов подмучиться, за него порву любого, Дон! Дайте мне еще один плюватель, Дон. Путин, мой президент. Кто? Почему мы поддерживаем Путина? Потому что мы его реально... Сука. Ай, блядь. Реальные доверенные лица. С нами он может быть в нескольких местах одновременно. В бункере, под санкциями, на коленях перед Китаем. Но если вам не нравится он, приходите. Это реальные те самые, да? Проголосуйте за кого-то из нас. Я, кстати, говорун. Выборы, выборы, кандидаты Путины. О, бля. Бля, вот эта тема с медведем, что он бухает. Он реально бухает, типа, у него реально, типа, какие-то проблемы там с алкоголем и так далее. Путин проспал всю Россию. А вообще, между нами говоря, он мне нравится, потому что на его фоне я не злобный диктатор, а скорее веселый аниматор. Что-то хожу, кричу, веселю народ. Безобиднейший человек получается. Надеюсь, в Гааге это заметят. И напоследок, как хозяин аграрной страны, говорю, Путин, он как старый хрен. Я его люблю. В общем, отличный овощ надо сажать. У кресла. Путин, сажайте Путина. На чем я остановился? А, Путин, как вино, с годами тоже становится белым и сухим. Чё, блядь? Короче, из-за Путина. До дна. Путин. С ним до самого дна. Владимир Владимирович, раз-раз, как слышно.
Служу Отечеству. Работаем. Почему я поддерживаю Путина? Он очень верующий человек, который на всей России поставил крест. Давайте все вместе пожертвуем свой голос во имя отца и сына за деда. Как говорится, пожертвую деду на победу. Путин. Наш крест. В этом году мне исполнится 72 года. Кто-то считает, что я слишком стар для того, чтобы быть президентом. Но вы за меня не переживайте. Я же за вас не переживаю. Скажу больше. Я планирую идти и на следующие выборы. Ну, может, не прямо идти, но понесут меня туда точно. До встречи. А что там тут какой-то круглый? Бля, холодильник. Путин. Наше все. Пиздец, я в ахуе. Ну ладно, это забавно. Какой здесь стоит еще посмотреть? Брат 2024. Я узнал, что у руля куча редкого жулья. И Медведев, и Лавров. Путин, Шойгу и Соловьев. Миллер, братья Ротенберги. Сечин, вип-служитель церкви. Тонет родина моя в направлении кара. Бля. Данила, у меня тут заседание правительства. Здорово, бандиты. Что за хуйня, блядь? Сиди тихо, штаны суши. Руки на стол положил, чтобы я видел. Убери, чтобы я их не видел. Там обрез. Я на крючок нажму, и яйца твои, как солдаты-срочники, пропадут без вести. Что, страшно? А когда Костю убивал, не страшно было? Кого? Какого Костю? Ты за два года столько русских положил. Там по-любому был какой-то Костя. И не один. Бывает. Эхо войны. Ты сам на своем СВО был? А, нет. Я так, с двойниками в бункере отсиделся. Напомни, какая цель вашего визита в Украину? Это денацификация и демилитаризация чего-то там. А и защите русских прав в борьбе с западными гендерными нейтральными туалетами вроде. Вот урода. И сколько ты еще готов положить русских? Миллион! То есть я вообще гуманист и Украину люблю. Бендеровец? Нет, что ты. Просто она мне дорога, как животы мальчиков. Расцеловал бы ее. Блядь. Это все американец начал, это не я. Об этом тебе каждый пропагандист по телевизору скажет. Владимир Владимирович, что-нибудь принести? Чай, кофе? Чемодан. Вы простите, у нас тут разговор важен со спонсором терроризма. Буквально несколько минут. Вот скажи мне, Россия, в чем сила? В деньгах. Только не в рублях, а в настоящих. В долларах. Хорошо. Вот много у тебя денег. И что ты с ними сделаешь? Купишь себе еще одну морозильную камеру? Ты, дед, не бойся. Подумай еще раз. В чем сила? В выборах. Нет. Сила в правде. Сука, какая хуйня. А в твоих выборах правды нет. А знаешь, в чем сегодня правда? Смешная хуйня. В чем? Что Путину хорошо, то русскому смерть. Не стреляй, брат! Пожалуйста, не убивай меня! Не брат ты меня, гнида СВОшная. Да ладно тебе. Ты же нам всем как отец был. А помнишь, что ты говорил, пока еще умом не тронулся? Как ты обещал своих террористов в сортире мочить, с олигархами бороться? Как обещал конституцию не менять? Украину братским народом называл? Выходит, хреновый ты, брат.
Иди и передай своим, кто его до трибунала грохнет. Завалю. Это он всю страну просрал. Знаю. Давай порепетируем, что в Гааге говорить будешь. Are you gangsters? Yes, I am Putin. Молодец. Ты им, сука, еще за Севастополь ответишь. Песко. Водку неси. Так у нас же Медведев был. Ничего не осталось. Ты не понял, мальчик. Водочки нам принеси. Мы за Путина пить будем. Ничего, Кась. Искал бандеровцев он, хоть и не видел никогда. Так. Понятно. Ой, бля. Прикольно. Почему я об этом канале раньше не знал, непонятно, блядь. А просмотров 550 тысяч. За три дня. Что за хуйня? Слово пацана? Так, где? Ладно, давайте последнее. Слово пацана где? Это старое видео, вот. Месяц назад. Бля, я помню, в предложку скидывали. А я его не посмотрел тогда, проигнорил. 1 миллион за один месяц. Сука. Или мы это смотрели? Не, не смотрели. Бля, сука. Пацаны. Серега, конь. Димон, бутылка. Алло. Я здесь. А мы разве это не смотрели? Ты че? Че, шпанс, что ли? А ну, подорвался. Че, старшего не уважаешь? Я не чушпан. Я алкан. Просто ноги не держат. А где Жека, повар? Ты же его сам отшил. Я отшил, я и пришью. Потом. Ну, скажу, что это не я. Рамзан ТикТок скоро подтянется. Ты его харю видел? Никогда он уже не подтянется. Короче, пацаны, ближе к делу. Я принял решение. Завтра выдвигаемся на Делюгу, на соседний район, к укропам. Стрелка? Не, стрелка это когда назначено. А мы с наскока в спину рамсить будем. Думаю, за три дня управимся. Да по-любому. Тем более Серега Оленев вот обещал, что все пойдет по плану. А это вообще по понятиям? Ты че, чушпан, зассал? Да они меня еще с 2014-го Говой Адидасом называют. Ну, не совсем Адидас, но тоже в рифму. Но ты же им слово пацана давал, что не тронешь. А теперь запомните. Слово пацана только для пацанов. А мы группировка Кремль. У нас свои загоны. Может, законы? Не-не. Мы Кремль. У нас загоны. Короче, пацаны, зрите, как будет. Я такой захожу. Говорю, нацисты есть, они меня нету, а я, а если найду, а ну попрыгай. А они, кто не скачет, тот москаль. Осуждаю. Это вы кого? Москалем. Осуждаю. О, блядь. О. Пацаны, я с соседнего района, хотел к вам пришиться. А чё именно к нам? Так а ваши пацаны по моему району уже и так без... Нет, вот эти нейросети, конечно, заебись, что они появились. Прям, я не знаю, еще годик-два, так вообще не отличить будет. Тут как бы еще видно, что это нейросеть, но через годик-два, когда эти нейросети усовершенствуются, только вообще, бля. Конечно, какие видосы можно будет снимать? Просто ходят. Смешно, смешно. Да, слушай, смешно. Не, тебе это, понятное дело, неприятно такое видеть. Ты у нас же этот, путинист. О, СВОшник, блядь. Кому-то смешно, а кому-то неприятно. Вот тебе неприятно. А нам приятно, что тебе неприятно. А мне надоело чушпаном быть. Хотел с пацанами. Ну, напомни, с какого ты района? Про тебя видос смотреть будем. Да, надеюсь, нет. Страшная хуйня, на самом деле. Вот представьте, да? Про любого могут записать какую-то дичь. Подставить. Реально. Лена, с тракторного завода. Погоняло есть? А, да, Саня Пюрешка. С вафлерами, по мазками общался? Ну вот сейчас общаюсь, а до этого нет. Ну что скажете, пацаны? Не знаю, мутный он какой-то.
Да ты тоже мутный. Все тут мутные какие-то. Блин, что я вчера пил? Все плывет. Че, блядь? На общак. Готов скидываться. Сука, это пиздец. Готов! Тем более вы ж последние 30 лет на мой общак скидывались. Ништяк. Размотаем их так же быстро, как размотала меня. А потом все вместе на дискач сходим в клуб. Ага. Ну или на концерт отправимся. Есть, кстати, один. К нему сейчас все наши на концерт отправляются. Пацаны, а вы в курсе, что их кепка крышует? Че за кепка? У них кепка, а у нас кнопка. Так у них тоже кнопка. Только если они кнопку нажмут, от нас только одна кепка и останется. Мы все кровью помазаны. Или ты заднюю решил дать, чушпен? Ни в какую заднюю не давал, я нормальный мужик. Ну, в смысле, я с вами. Слышь, Адидас, а если не мы, а они нам копилку в башне проломят, мы чё, должны будем как черти извиняться, а? Пацаны не извиняются. А если вдруг нагнут? Пацаны не нагибаются. И мы юшкой моемся. Пацаны не умываются. Можно перебью? Пацаны не перебиваются. Я просто хотел отойти в тубзик. Есть бумажка у кого-то? Пацаны не подтираются. Пацаны не удивляются. Что, иди ты нахрен. Пацаны не иди ты нахреняются. Чушпаны, блядь. Еще, пацаны, если вдруг нас менты повяжут, говорим, что у нас не было другого выбора, и всерьез... Мы ничего не начинали. Всем ясно? Да! Мы войдем в историю. И все будут говорить, что я поднял Россию с колен. И посадил на картаны. Кремль! Кремль! Да! Кремль! Кремль! Да! Кремль! Кремль! Да! Не, ну это кринжуха, конечно, здесь ваше слово пацана. Ой, бля.